Любопытство? В нем все дело. Игру я начал именно по причине того, что у нее уйма положительных отзывов. Как у новеллы может быть такая оценка? Я решил проверить. Даже я порой устаю от многочасовых РПГ, поэтому решил взять игру на пару вечеров. Опрос в моей группе показал, что про игру мало кто знает. Для меня визуальные новеллы – это больше интерактивный комикс, нежели игра. И особо я в них не вникал никогда. К счастью, это не совсем про литературный клуб. Как же так? В Стиме почти 90 тысяч крайне положительных отзывов на игру, а я про нее не знал. Игра, конечно, не идеальна, но твердую восьмерку из 10 заслуживает. Да, если игра не понравится, она же бесплатна. Ничего не теряете. В буклете создатель игры Дэн Сальвато немного рассказывает о разработке. Я про разработку игр в целом и новелл особенно знаю мало. Интересно смотреть, как развивалась идея. В самом начале Дэн залез в сеть и использовал конструктор персонажей, чтобы создать таких уродцев. Они ему нужны были в качестве временных заполнителей в игре. Заинтересовавшись проектом, его друг Дэйв набросал целый гарем девочек. Девушки на концептах непропорциональны, одного роста. Художница под именем Кагифуми буквально пару месяцев рисовала арты, но из-за личных проблем дальнейшую работу в проекте продолжать не смогла. Здесь уже есть стиль, но все равно девушки одного роста. По просьбе Дэна, одной из девушек нарисовали чулки побольше. Затем присоединилась Сачли, и работа закипела. Было и стало. Вот это преображение! Интересным решением стала разбивка рисунков на половины, которые соединялись в самой игре. Благодаря этому получалось множество различных спрайтов, используя лишь пару исходных изображений. Если добавить к этому отдельно нарисованные выражения лиц, получалось впечатляющее количество комбинаций. Так экономилось место и было легче вносить правки в рисунки. Художник по фонам Великвинд сначала делал трехмерные модели, затем определял с Дэном лучший ракурс, а после перекидывал рендер в Photoshop и рисовал поверх него. Но были и тут ошибки. Вот эту картину пришлось переделать, потому что сцена недостаточно освещена. В общем-то, студия, которая разработала и издала эту игру, состоит из трех человек. Это первая игра студии. Пора взглянуть, что же получилось. При загрузке игры вы получите такие вот предупреждения. Это что, прикол? Да ладно, это всего лишь визуальная новелла. Ребята решили подстраховаться, вот и все. Слушайте, я же тоже забыл. Окей, работаем дальше. Начинается все просто. Игроку отводится роль парня-неудачника, любящего аниме и видеоигры. Кстати, музыка очень простая, но запоминающаяся. Она веселая, но здорово искажается в некоторых моментах игры, что играет на атмосферу. Сами услышите. Если взглянуть в Steam, то можно увидеть две метки – психологический хоррор и визуальная новелла. И вы думаете, ха, с чего бы игре быть страшной, и почему у нее так много хороших отзывов? Но из-за множества спойлеров, основная задумка автора не удастся. Да, игра будет маскироваться под новеллу, но вы уже знаете, что это еще и ужастик. Может и к лучшему, многие из вас не сядут играть в обычную новеллу, а вот ужастик звучит интригующе. Конечно, идеально, если вы сейчас скачаете игру, не будете смотреть прохождение, отзывы и вообще отключите интернет и пройдете ее. К сожалению, это практически невозможно. Наверняка даже сейчас YouTube услужливо подобрал вам ролики, которые маячат рядом и рассказывают про ключевые моменты игры. Но лучше спойлер от меня, чем от кого-то еще. Спойлеры заставят вчитываться, внимательно и немного иначе воспринимать происходящее. Я думал, как подать материал, и решил, что сначала немного расскажу про разработку, игру в целом, а затем пущу нарезку ключевых моментов. В самом конце я сделаю выводы. Так уж вышло, что примерно через 5 минут от начала игры мне пришла мысль читать диалоги вслух, поэтому сохранилась пусть и не очень качественная, но запись. Уж не знаю, зачем я это сделал. Может, вспомнил, что полезно читать вслух, потому что информация поступает не только через уши, но и через глаза? Может, просто не хватало озвученных диалогов.
У героя, которого я назвал Чар, есть подруга детства Сайори. Она также вице-президент литературного клуба в школе. Клубу требуются новые участники, и Сайори старается изо всех сил их туда заманить. Предлагает попробовать кексики, испеченные одной из участниц клуба. Кто тут устоит? Здесь мы знакомимся со всеми персонажами игры. С фиолетовыми волосами – умная и застенчивая длинноногая красотка Юри. С розовыми волосами – вспыльчивая Нацуки, которую за низкий рост принимают за первокурсницу. Зато она отлично печет кексы. А также Моника – спортсменка, комсомолка и просто красавица. Она отличница и президент клуба. Чтобы каждый не сидел в своем углу, уткнувшись в книгу, все получают от Моники необычное задание – написать стихи, чтобы делиться ими друг с другом. Каждая из девушек придерживается своего стиля, поэтому просто угадываем слова, которые ей подходят. Одной нравятся милые слова, что-то вроде «одеяло, задорный заяц, шоколад, пушистый щенок». Другой нравится помрачнее – «анализ, аура, дыхание, пленник, алый, желание». Я вообще не заморачивался, выбрал те слова, которые первыми пришли в голову. Примечательно, что у каждой девушки свой почерк, подчеркивающий их индивидуальность. Ведь не зря существуют почерковедческие экспертизы и графология. От написания понятно, насколько хорошо мозг руководит координацией, в каком состоянии написан текст, интеллектуальные способности человека. Вильям Прейер про это пишет. Каждая девушка, которой понравятся стихи, все больше начнет раскрываться и давать подсказки о своей жизни, бедах и увлечениях. Первый акт в целом приятный. Милые диалоги, добрые стихи. А девушки, несмотря на клише, запоминаются. И тем более будет виден контраст со второй половины игры. Президент клуба Моника начинает понимать, что находится в игре, и чтобы сблизиться с игроком, срывает попытки других членов клуба подружиться с ним. Со второй половины начинаются ужасы. Я про все говорить не буду. Смысл этой игры в том, чтобы испытать их самостоятельно. В игре было несколько жутких моментов, когда мне пришлось прекратить играть. Я на какое-то время останавливался, выключал компьютер и пил чай. От игры изначально ожидаешь чего-то определенного, а здесь не знаешь, чем закончится. Именно от неизвестности становится немного не по себе. Особенно если сидишь в тишине, и единственный звук – это музыка из динамиков и твой собственный голос, зачитывающий текст. А иногда скримеры пугали. И было несколько строчек в тексте явно отвратительного содержания. Итак, дальше я предлагаю посмотреть нарезку из моего прохождения. А в конце будет вывод. Же ловко прыгать. Лошадки скакать грациозно. Ну ладно, а люди могут попытаться. Я предупреждал, что тебе не понравится. Мне понравилось. Что? Скажи честно. Я и сказал честно. Может, ты просто завидуешь, что Чар мои советы ценит больше твоих? Неужели? С чего это ты решил, что мои он ценит меньше? Ты настолько самовлюбленная? Я? Нет. Будь я такой, я бы точно из кожи вон лезла, чтобы сделать все слащавым милым. Ух. У вас все в порядке? И вообще, знаешь что? В этот раз я была немного смелее, чем вчера. Это заметно. Выступление? Моника! Да, мы будем выступать со своими стихами. Каждый из нас выберет стихотворение, которое будет читать на фестивале. Но изюминка в том, что мы позволим прочесть стихотворение любому желающему. Сайори как раз пишет информационные плакаты, чтобы у всех было время подготовиться. Сайори подняла плакат, который раскрашивал в данный момент, чтобы нам было видно. Моника, ты издеваешься? Ты и правда заставишь меня это сказать? Ну что ж, у меня нет выбора. Дело в том, что всю жизнь меня терзает глубокая депрессия. Ты знал об этом? Почему ты думаешь, я каждый день опаздываю в школу? Потому что не могу даже найти причину встать с постели.
Смутившись, Юрия отвернулась. «Ты чего? Ты, наверное, думаешь, я странная?» «Юрий, как бы ты ни был, у меня нет причин осуждать тебя. Привет, Чар». «Сайори!» «Мы только что не...» «Я всегда мечтала, но почему? Даже сейчас? Почему эти черные тучи все так же висят у меня над головой?» «Они не собираются исчезать, Чар!» «Все будет хорошо, Сайори, ахаха, Чар, тебе следовало бы взять на себя хоть какую-то ответственность за нее. В смысле, после того вашего вчерашнего разговора? Ты понимаешь, что оставил ее в подвешенном состоянии?» «Разговора? Моника, тебе что о нем известно?» «Разумеется. Я ведь президент клуба. Эй, хочешь посмотреть наши буклеты?» «Получилось просто замечательно. Конечно. Я взял один на партах буклетов. Да, они действительно хороши. Подобное обязательно может заставить людей серьезно относиться к нашему клубу». «Да, я тоже так думаю». Я полистал страницы. Стихотворение каждого участника напечатано на отдельной странице, что придавало буклету почти профессиональный вид. Я узнаю стихотворение, которое читали на репетиции Нацуки и Юри. «Что это? Я нашел стихотворение Сайори. Не то, которое она читала на репетиции. Этого я еще не видел. Убирайся из моей головы, пока я не сделала то, что тебе же лучше. Убирайся из моей головы, прежде чем я прислушалась к тебе. Как и вчера, я открыл дверь и вошел без приглашения». Ёптыть! И что теперь делать? Угу. В подвешенном состоянии, говорите, висит. А это смерть. Печален мой удел. Каким я хрупким счастьем овладел. Конец. Так, это что у нас такое? Глюк какой-то. Это новая строчка. Собрав вещи, я тупо уставилась в стену. Так. Клубы? Нет ни одного, который бы меня заинтересовал. Кроме того, в большинстве из них, наверное, слишком высокие требования, чтобы мне захотелось с ними связаться. Думаю, мой единственный выбор – начать с клуба любителей аниме. Чар? Моника? Кроме того, атмосфера в клубе... Чего? Если же написание стихов – та цена, которую мне надо заплатить, чтобы каждый день проводить в компании четырех красавиц... Так... Ладно, я решил. Я вступаю в литературный клуб. Глаза девушек засияли. Так-с. Пишем стихотворение. Чё? Доброе утро, Чар. Я рада, что ты от нас не сбежал. Ха-ха-ха. Не, я бы так не поступил. Может, от меня это прозвучит странно, но я держу свое слово. И вот я снова в литературном клубе. Я пришел последним, так что в клубе уже бурлила деятельность. Чё? Спасибо, что сдержал обещание. Надеюсь, для тебя это не слишком тяжелое бремя. А что с фоном? Какой-то наплыв на фон. Вы видите? Так, ну ладно. Ой, да брось ты с ним так нянчиться. Чёртова Моника? Это что за шрифт? Она никогда не... Чего? И думаешь, ты можешь компенсировать свой ядовитый характер тряпками и милым поведением? Единственное, что в тебе милое, так то, как ты стараешься выпятиться. С возвращением, Чар. О, привет, Юрий. Когда плохие вещи происходят не из-за того, кто хочет быть злым, а из-за того, что мир полон ужасных людей, и всем нам лучше просто отдохнуть, я не должна вот так наплевательски относиться к своим обязанностям. Никто не заплачет, если она покончит с собой. Порой мне кажется, что мы с тобой единственные настоящие люди. Ты понимаешь, что я имею в виду? Но это странно, потому что за все время, что ты здесь, мы вместе практически не бывали. Ах, в смысле... Чисто технически ты здесь, конечно, всего пару дней. Прости, я не хотел говорить ничего странного. Просто надеялся обсудить с тобой кое-что. То, что я знаю, понять сможешь только ты. А-ха-ха-ха-ха. Что-то мне этот шрифт не нравится. Можешь тоже прочитать мое стихотворение. Ну, давай. Кроме того, когда ты его прочтешь, я уверена, что тебе захочется оставить его у себя.
Вот, бери, не могу больше ждать. Быстрее, читай его. Что за херня? Как же не хочется этого делать. К сожалению, выбора у меня нет. Только прочти его внимательно, хорошо? Потом можешь проваливать. Да, отлично. Не знаю, как лучше об этом сказать, но... Есть кое-что, что меня беспокоит. Очень-очень за нее волнуюсь, если я попытаюсь. Чего? Всегда хотела дружить с Юрией, и мне больно видеть, когда с ней творится подобное. Может, потом я буду изводить себя за мягкотелость, но сейчас мне на это плевать. Я чувствую себя такой беспомощной. Чего? Я передумала. Забудь все, что только что прочитал. Бессмысленно пытаться что-то сделать. Это исключительно вина Юри, что она такая отталкивающая. Ты слышишь меня, Чар? Все эти проблемы исчезли бы, если бы ты проводил больше времени с Моникой. Мы с Юри слишком испорчены для такого замечательного человека, как ты. С этого момента думай только о Монике. Только Моника. Только Моника. Только Моника. Только Моника. Только Моника. Ну, хорошо. Только Моника. С кем мне дальше поделиться? Ну, с Моникой. Боже, я аж вздрогнула. Думаю, я немного облажалась, когда писала стихотворение. Я хочу, чтобы ты полностью принадлежал мне, а я только тебе. Разве не изумительно это звучит? Скажи мне, Чар. Скажи, что хочешь быть моим возлюбленным. Ты принимаешь мое признание? Давай. Ахахахаха. Ахахахахаха. Аха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 хah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 
Бросимся, друзья, в пролом, иль трупами своих всю брешь завалим. Ты? Ну вот и начался фестиваль. Хм. Ого, ты пришел сюда раньше меня? Я думал, что... Нацуки убежала. Ну, отлично. А вот и я. Чар, что случилось? Мимо меня только что пробежала Нацуки. Ой, ох. Ахаха. Вот ведь незадача. Подожди, Чар, ты провел здесь все выходные? О боже, я и не думал, что скрипт поврежден так сильно. Мне очень жаль. Наверное, было довольно скучно. Я все исправлю, ладно? Дай мне секундочку. Я почти закончила. Просто захотелось по-быстренькому съесть кексик. Моника подняла салфетку с подноса и взяла испеченный хер знает кем кекс. Серьезно, они просто великолепны. Я просто обязана взять один, ведь больше возможностей не будет. Я имею в виду, они скоро перестанут существовать. Но я все равно не должна больше заставлять тебя ждать. Просто потерпи, ладно? Это займет всего секунду. Че? Ты меня слышишь? Оно работает? Да, вот так. Снова привет, Чар. Добро пожаловать в литературный клуб. Разумеется, мы уже знакомы, ведь в прошлом году мы были в одном классе и... Ха-ха. Ты знаешь, на данном этапе мы, наверное, можем пропустить всю эту ерунду. В конце концов, сейчас я разговариваю не с этим человеком, не так ли? Под этим человеком я подразумеваю тебя в этой игре. Как бы ты там себя ни называл. Серьезно, в директории игры есть папка характера.
Это было настолько расплюнуть, что мне аж самой жутко стало. Ты можешь себе представить, что способен удалить свое собственное существование всего одним нажатием кнопки? Впрочем, в этом и есть положительный момент. В этом есть положительный момент. Это был бы легкий выход из ситуации. Ахаха. К счастью, до этого не дошло. Наоборот, мы вышли на хорошую концовку. Боже, меня просто переполняют эмоции. Я хочу написать об этом стихотворение. Достаточно явный намек. Или же мольба. Либо мы удаляем файл с Моникой и попадаем в четвертый акт, либо сидим с ней и слушаем интересные диалоги, раскрывающие ее как личность. Вообще, для программистов, умеющих работать с кодом, и для любознательных читеров здесь раздолье. Никогда не видел игру, которая на самом деле стирает собственные файлы. В некоторых файлах появятся секретные сообщения после удаления. В общем, пасхалок здесь уйма, и наверняка еще не все найдены. Это одна из тех игр, в которые обязательно стоит поиграть. Поиграть для себя. Она бесплатна, прохождение занимает около 4 часов. Я надеюсь, что вы не станете откладывать ее под предлогом «не мое», потому что игра старается сломать устоявшиеся каноны. Даже если вы ненавидите новеллы, бросьте себе вызов. Или попробуйте всю игру пройти на стриме. К тому же, игра затрагивает философские темы. В ней есть определенная схожесть с фильмом «День сурка» или с игрой «Портал». Особенно важно, что игра про поддержку друзей и близких. Уделите им внимание. Что ж, пожалуй, все. Вот только Моника обещала стихотворение. День за днем строим мир в голове, где будем лишь мы с тобой. На листе пером выведу стих, в котором ты здесь со мной. Темной лужей чернила вдруг стали. Просто пиши, дай им стать большой рекой. В мире, где миллионы решений, куда же плыть вместе с нею за мечтой? Какой же путь вместе нас сведет с тобой?